Ну, это, знаешь, это ночь, звездная ночь, но во всех цветах. Ты помнишь, в прошлом году я такие покупала, да. Я до сих пор в них хожу. Это слепоны. Да. Одна из самых популярных моделей, дорогие мои. Надя! Да, какая цена, мы устали уже удивляться. 799 рублей, это просто невероятно. Давайте разбираться. Во-первых, у нас для вас предложение из 6 расцветок. Первый – это серебро. Я хочу сказать многим женщинам, что сегодня такая модель актуальна. Не только фасон, но и текстиль. Металлизированные ткани, ткани, расшитые пайетками, или вставка люрекса. Вот этот цвет, да, действительно, как будто бы черная ночь. Посмотрите, ночь. На черном Вау. Фоне мы видим яркий блеск. Следующий, Наденька, это серый цвет. Угу. Очень красивый, нарядный, очень темнее. Нарядный такой, очень яркий, да, за счет количества серебра. Вау. Какой необычный. Слушай, а он что, переливается? Смотрите, да? Вот этот цвет называется хамелеон, он очень сложный, он и синий, и зеленый, и фиолетовый, это Давай, золото. Это золото, я хочу золотые светлые, ой, какая прелесть, ну и конечно розовые, возьмите, пудровые. Возьмите пудровый цвет своей доченьке, внученьке, она тоже скажет вам спасибо, вот мой выбор золотые свет, а ты какие выбираешь? Я вы, ой, Надя, У подожди тебя же пока, есть. Да, серые, синие, да. Синие, золотые, розовые. Три цвета. Немного ли Нет. тебе? Давайте посмотрим, какой цвет выбрала наша Настюша. Давайте посмотрим. С белой курткой Невада и с синей юбкой. Вау. Очень хорошо смотрится синий цвет. Слепоны Клео. О, вы видите, насколько они у нас сияют. Да, вот изменяется угол падения лучика, меняется расцветка. Цвет... Света так крикнула, что кто-то испугаться успел. Как выбрать размер? Света сейчас на линии ждут несколько женщин, спрашивают, как подобрать размер. Итак, мы берем размер в размер, если у вас узкая нога. Внимание, полнота 6, 7, берут размер в размер. Если у вас полнота 8, 9, 10, мы берем на размер больше. Ой, какие же они, я примерила, слушай, супер, вообще, мне так нравится, посадка удобная. Вот, кстати, Надюшенька, иди-ка ты в золотых на подиум. Золотых, да, все, я примеряю Надя, золотые пока туфельки. Ты примеряешь, я попрошу нашего режиссера показать наши слепоны поближе. Во-первых, это текстиль. Мне нравится, что выбор пал именно на текстиль, и ваша ножка будет дышать. Не бойтесь выбирать закрытую модель обуви. Самое главное – это состав, из чего сделаны ваши слепоны. Если мы видим с вами текстиль, это значит, ножка будет дышать за счет проникновения воздуха внутрь. То, что касается объема и полноты, здесь мы видим с вами эластичные вставки, которые будут подстраиваться под вашу отечную ножку. И эта модель не только молодежная. Если вы посмотрите сегодня на многие программы моды, вы увидите, что взрослые женщины прекрасного возраста выбирают удобные слепоны. Слепоны от слова «слип». Ножка спит в них. Точно. Если вы устали от босоножек, смело выбирайте. Свет, вот приеду к тебе в гости, пока ты будешь отдыхать. Пойдем с тобой на прогулку вдоль набережной, вечерком. Может быть, в горы сходим. Смотри, вот очень удобная обувь, правда? Вот, а ты знаешь, как они красиво смотрятся, Надюша? Во-первых, у тебя ножка так же, как и у меня, широкая. А вот в этих слепонах ножка выглядит аккуратной. Ты выбрала 41 размер? Нет, я выбрала 40-й. 40-й. Да, если у вас половинчатый размер, вы выбираете следующий. И я хочу сказать, что если ножка у вас отекшая, например, полнота 9, у Нади полнота 7-8, вы лучше выбирайте на размер больше. Знаешь, Надя, вот моя мама очень любит такие, как она говорит, цвета. Я хочу такие тапочки. Ведь действительно, внешне они напоминают удобные. Тапочки. Да, удобные блестящие тапочки. И ощущения ваши просто непередаваемы, насколько это мягко. А давайте я вам кое-что покажу. Я хочу сейчас согнуть эту модель, и вы еще раз убедитесь в том, что она невероятно эластична. Во-первых, за эластичность здесь отвечает текстиль. Мы уже разобрались, что это удобная ткань, которая покрыта серебром. Это люрекс. То, что наша эластичная подошва настолько тянется, это гарантия того, что она никогда у вас не лопнет. Это не пластмасса, которую зачастую производители добавляют в обувь подошвы. А сейчас посмотрите, вот я их согнула, но они нигде не деформировались. Наша модель вернулась в свою первозданную красоту. Ой, ну потрясающая модель, я вообще в восторге. Свет, вот тоже не думала, что мне слепоны захочется приобрести. Надюша, я больше консерватор. Да, ты знаешь, мне нравится, как слепоны смотрятся.
смотрится с юбками и с платьем. Мы так привыкли, что такая модель стиль casual, спорт-шик, смотрится с брюками. А сегодня рубрика «Мода ломает стереотипы». Посмотрите, на Надежде длинное платье в пол. И вместо лодочек надеты блестящие слепоны Клео. Какой бы цвет вы ни выбрали, однозначно это лучший выбор. Ну а цена? Все, я откладываю. 799 рублей, золотой цвет. Я откладываю сразу тоже три расцветки. Серебро у меня уже есть в гардеробе, я их приобрела в прошлом году. Черный классический цвет мы можем носить даже в школу, наши девочки, кто-то студентки в качестве сменной обуви. Вот это темное серое серебро, очень красивый. Mm-hmm. Дальше у нас хамелеон, и посмотрите, вот этот цвет я точно беру. Mm-hmm. Кстати, к моей куртке Невада синего цвета они тоже очень хорошо подойдут. Да. Вот эти, посмотрите, вот это фиолетовый. Этого я его люблю. Зеленый, синий, какая богатая цветовая гамма. И розовый пудровый. Пудровый цвет, кстати, сейчас вообще на пике. Самый популярный, его все используют. А давай поговорим все-таки о комфорте, да? Обуви, это ведь важно, не только цвет. Надюшенька, у нас сейчас мы готовы выйти на экран и показать проблемы, с которыми сталкиваются женщины. Посмотрите, что случается, если вы выбираете, например, обувь без каблука. Если вы брали обувь без каблука, то если вы берете на плоской подошве, то вес распределяется равномерно. И здесь в данном случае, посмотрите, шпилька, она деформирует вашу ножку. Вся нагрузка у нас на пальчики. Наш организм просто как будто бы вперед. Мы даже ходить можем не всегда удобно. Нагрузка на кости распределяется неравномерно. И, конечно же, страдает у нас берцовая кость. Она становится вогнутой. И очень часто вы видели в программах здоровья, когда ортопеды специально делали измерения, и мы видели с вами, как страдает позвоночник и тазобедренные суставы. Каблук в сочетании с острым носком приводит к деформации пальцев и костным наростам. Вот почему у нас с вами образуется косточка. И это, конечно, в том случае, если вы выбираете случайную обувь. Если вы не задумываетесь, что за модель, удобно ли, комфортно ли, потом болят не только ноги, но и спина, и колени. А мы предлагаем вам, внимание, удобные слепоны. Да еще по такой цене можете позволить себе несколько расцветок, как это делает Светлана, выбирать три цвета. Я не могу отказать. Я по такой цене три куплю, а в магазине они стоят одна. Одна столько же стоит, да, по цене трех. У нас доступны цены.